Вон там. Место крушения. Почти пришли. Сначала нам нужно перейти мост. Идем. Ну что ж, я знаю, как нам перебраться. Здесь мое облако действует. Что это? Это облако. Что-то не похоже. Ну, может, только самую малость. Я сейчас буду. Как оно работает? Без понятия. Я только знаю, что в одних местах работает, а в других нет. Скорее всего, вследствие резонирования с импульсами электромагнитных полей высокой концентрации. Как и сказал, в одних местах работает, а в других нет. Ага. Можно на нем прокатиться? Извини, место только на одного. Прыгнешь? Да, думаю, смогу. Уйди с дороги! Хорошо, хорошо!
Что это за штуковина? Просто древняя примитивная технология. Идем дальше. Угу. Ладно. Нам придется карабкаться наверх. Мне нужна помощь. Найди обходной путь. Встретимся там. Что это за штуковина? Просто древняя примитивная технология. Идем дальше. Угу. Ладно. Нам придется карабкаться наверх. Мне нужна помощь. Найди обходной путь. Встретимся там. Ага. Но будь осторожна, мост не очень крепкий. Смотри, за что хватаешься. Ладно. Манки, мне это не нравится. Нужно идти дальше. Отступать нельзя. Давай, подбрось меня. Успокойся уже, ладно? Ладно, я просто испугалась. Мы почти пришли, а вместе мы справимся.
Это место разваливается на части. Вытаскивай меня. Манки, возьми меня на руки. Ну, надеюсь, что остальная часть моста прочнее. И как нам перебраться? О, нет. У нас компания. Сканирую. У меха появилась трещина. Если ты повредишь внутреннее ядро, то он самоуничтожится. Перебрось меня. Yeah.
мешать. Питание истекает. Будь осторожен. Черт! Еще один пес. Поспешим. Встретимся по ту сторону. На мосту. Осторожно, Манки. Здесь высоко. Стой. Я просканирую дорогу. Мне не пройти. Черт! Турель! Манки! Турель! Разберись сперва с ней! Отвлекай!
Кай! Ты в порядке? Да. Очередное видение. Идем дальше. Место крушения. Почти пришли. Здесь всюду турели. Будет непросто. Стой! Этот транспорт? Может, удастся его завести? Да ну. И как? Это невозможно. У нас же есть аккумулятор. Помнишь?
Впереди нет укрытий! Ладно, открой дверь! Ладно. Ладно, подсоедини аккумулятор. Сейчас попробую. Проклятие! Все схемы погорели. Ладно, хорошо. Посмотрим, что тут можно. О, да, коробка передач работает. Так, Манки, залезай. Эй, я еще не залез. Прости. О, боже. Но я не могу разобраться, как управлять. Притормози! Не так быстро! Беги с правой стороны! С правой! Извини! Ладно, так я ее остановила! Залезай! Хорошо, и она... Мать твою! Я изо всех сил пытаюсь тебя уберечь, но если будешь действовать по-своему, убьешь нас обоих! Манки! Успокойся! Посмотри, где мы? Место крушения! Здесь разбилось рабовладельческое судно! У нас получилось! У нас получилось! Полезай обратно. Манки, мы... Живо! Ты его просканировала? Теперь я с ним сражусь.
Невероятно! Кто-нибудь уже убивал его прежде? Насколько знаю, нет. Ты это сделал? На самом деле... мы сделали. Такими темпами мы достигнем моего поселения к полудню. А чем ты планируешь заняться после? Когда я сниму с тебя диадему? Ну, кроме того, что сломаешь мне шею. Вернусь, я думаю. Вернешься куда? Неважно. Смотря где можно раздобыть еду и топливо. Я обычно всегда в пути. Ты мог бы остаться, если захочешь. То есть, когда мой отец услышит о том, что ты для меня сделал, уверен, он предложит тебе дом. Если ты захочешь. Не верится, что мы добрались. Останови здесь. Тормози, тормози, мы на месте. Дальше нельзя ехать на мотоцикле, иначе сработает охранная система. Мой отец обычно с недоверием относится к чужакам, поэтому, когда мы доберемся, говорить буду только я, договорились? Ладно. А это странно. Что? Почему на воротах активирована система безопасности? Ну и как нам пройти? Идем к наблюдательному пункту. Просто найдем радио, и они нас пустят. За мной, Манки.
так и нет. Он должен был управлять мостом. Эй! Марк! Марк! Кто-нибудь! Манки, пульт управления мостом наверху. Хорошо. Я найду обходной путь. Дома. Жду не дождусь, когда вновь увижу отца. Нехилая у вас тут охранная система. А почему просто не установить турели? Это все Марк разработал. У него родилась идея об этих мостах. И вот, сконструировал. Нужно забраться туда. Давай, тяни. Давай, переходи. Перебегай. Чак. Странно, и здесь никого нет. Ладно, подбрось меня. Наблюдательная башня. Еще мосты? Это так необходимо? Выскажешь все претензии Марку.
Он говорит, это отличный способ не подпускать мехов. Мол, только человек поймет, как они работают. По-моему, он просто обожает мосты. Мостик поднимается, мостик опускается. Марк оказался это завораживающе. Рип. Да? Хорош трепаться о Марке и мостах. Уходи. Ладно, переходи. Давай, проходи. Переходи. Переходи.